Пиздец, что ж такое-то, а? Сухая, так что есть шанс. Да что у тебя? Срез на повороте. Правильно, зачем тормоза, когда есть стенка? Типа да, типа срезал. Стенок этих понаставила. Пиздец просто. И опять походу трабл со спойлером. Правую часть повредил чуть-чуть. Но не настолько критично, чтобы ехать опять в боксы.
Короче, понятно, все. Приехали. Так, потихонечку начинаю вспоминать трассу. Говорю, от Францию не очень хорошо помню. Так, и вот я первый. Нормально. Нормально, нормально. As we wind down from the excitement of qualifying, here's a look at your top three. A Kramer King. Так, 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 а ну-ка давайте сейчас немножечко с настройками поиграемся. А, я не успел, да? Ну ладно. Сорок один, по-моему, у нас сейчас стоит сложность. По-моему, 41 стоит. И следующий, наверное, 42. Так, я не понял, а что он прокручивается так? Так, у меня траектория более хорошая. Так что ты, родной, не лезь никуда.
Так, пока нормально идем, вроде оторвались. Первый кружок позади. Да, во время гонки я забыл, ребят, я забыл, что во время гонки нельзя изменять уровень сложности. Вы знаете просто, что я думаю? Сохранение в течение... Сохранить... Прогресс посреди гонки... А, вот, то есть смотрите, если я выберу... полную гонку сохранить и выйти. А ну-ка давайте попробуем сохраниться в течение сессии. То есть это очень, ребят, полезная функция, когда длиннючая гонка идет, можно сохраниться в середине гонки. Вот видите, у меня уровень сложности опять же не дают изменить, потому что я в середине гонки. Вот я загружаюсь. Вот он мой флешбэк. Я на втором круге, да? Ну да. Удобно. Это очень удобно. Это охрененная функция. То есть, в принципе, я могу, когда я начну Формулу 1 проходить, я, наверное, длину гонки, ребят, буду ставить полную, чтобы боксы заезжают, все как положено было. Вторая, господи, 20-й. Ну, понятное дело.
Так, ребят, ну знаете, что я думаю? Все-таки, наверное, с формулой 2 мы, наверное, уже закончим. Закончим выход в главное меню. Наигрался, честно говоря, в формулу 2. Начнем мы, наверное, уже с формулы 1, как положено. Так, все, начинаем новую карьеру, ребят. Юзер. Так, сокращенный сезон, весь сезон, прямиком Формула 1. Так, вот. Ну что, давайте выбирать, за какую команду. Слушайте, а что так мало команд? Red Bull может взять или Ferrari все-таки, ребят? Или McLaren? Williams. Так. Ну, давайте Ferrari. А, смотрите. Сравнение параметров болидов. Вот террас. Ну давайте Мерседес уже, раз такая пьянка пошла, чушь. Льюис Хэмилтон. Давайте Льюис Хэмилтон. Ну 22 гонки. Сам Бог велел, извините меня. Так, уровень компьютерных пилотов. Сорок два. Квалификация, один заезд. Все, ребят, при 100% я думаю, что так, один заезд, короткая. Ладно, один заезд, я думаю, хватит по квалификации. Если что, будем рестарт делать, ничего страшного. Фух, так, дальше. Флэшбэки включить. Что такое перемещение пилота? Кто знает, ребят? Все, да? Вроде бы все. Начать сессию.
Так, здесь можете просмотреть бонус фонд. Так, всякая херня. Ресурсы на неделю, отделы, блять, исследования. Что это такое? Нахер мне это надо? Так, вот турнирная таблица. Итоги сезона. Угу. Данные пилота. Вот это вот самое интересное. Контакты, болид, исследования, блять, на. О, господи. Так, значит, Австралия. Австралия. Добро пожаловать в команду. Так, и как же мне нажать? Начало гонки. Сука. Ага, вот, пожалуйста. Демонстрация болида. Ну давайте, продемонстрируйте нам болид. Ой, красавица, ой, какая краса, ой-ой-ой-ой-ой. Прямо все ссутся кипятком. Типа. Так, ну все, хорош. Хорош, я говорю. Так, ну вот. Перейти к назначению шин. Ой, блядь. Откуда я знаю, какие мне надо, а? Так, осмотреться, что тут? Ну, кстати, наш этот Кент. А, или это зеркало, понял, это типа мы. Что ты, блядь, башкой вертишь? Рабочая станция. Так, свободные заезды. Параметры сессии. О, так тут их можно изменять, ребята. Прикольно. Давайте все-таки, наверное, 50% поставим. Если чё. Вот это удобно. Вот это пипец как удобно. А почему 50%? Я хочу проверить, если мы будем хотя бы раз в пит-стоп заезжать, 50% гонки достаточно. 50% будет достаточно. Проверим. Будет недостаточно, значит, соточку будем гонять. Чтобы хотя бы один заезд в боксы был. Это добавляет интерес, ребят. Right. You're done with the technician's brief. I know we've got a lot to get through in FP1.
Слышь, родной, что ты меня грузишь, блядь? Да запарил ты, иди ты нахрен, блядь, ля. Слушайте, ну что это за херня? А дайте мне выехать, блядь, на квалификацию. Сейчас не понял, что я включил, ну ладно. Ребят, ту херню нельзя пропустить. Печаль, беда. Можно выбрать пункт? Идите нахрен. Так, без комментариев, все, пошли от Седова. Каждая успешная карьера юниора у вас наверняка было много... Да пошли вы... Блять, затрахали вы меня, я просто хочу гонять, все. Гаражные подсказки звучат как гаражные байки, блядь. Так, покинуть сессию нахер. Болит, мы пробуем на квалификации. Болит охерительно, я так понимаю. Так, свободные заезды, Вот хорошо, что перед каждым этапом дают настроить сложности, все. Это очень хорошо. Это пипец как хорошо. Херню мы сейчас тоже пропускаем, короче. Блять, опять репортеры ебаные будут меня доставать. Слава богу, нет. Time to remind ourselves of our top three. Who are? Да, блять, пока вот эту херню все пропустишь, немножечко это напрягает. Если честно. Блять.
блядь, а квалификация будет в дождь. Ёперный балет. Ну, деваться некуда. Has drawn to a close, so let так, наконец-то. В итоге сессии. У него он то-то-то, у меня 0-0-0, блядь. Угу. Так, давайте. Хорош вот это вот. Все, а вот теперь квалификация. Вот теперь, ребятки, поехали, как говорится. Дождик, дождик, дождик. А, нет, тут облачка. Я думал, дождик будет. Слава богу, нет. Так, 27 температура, состав резины. Ага. Рекомендованные для К 4.7. Короче, на трассу. Здесь уже повеселей. К болиду надо привыкать. Это не Формула 2. Здесь все посерьезней. В разы шустрее болиды, в разы. Что за тень Хэмилтона мне показывают? Я ж вроде как за Хэмилтона играю. Так, второй. Нормально. Нормально, ребят. And with qualifying complete, let's review our top three today. Hamilton and Mercedes and Max Verstappen. With qualifying complete, все-таки Хэмилтон это мой напарник, да? We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow. Ну и ладно. Так, отвалите нахер. Well,
что, с параметрами мы, короче, определились. Можно начинать гонку. 29 кругов у меня, ребятки. О, что такое симуляция? Ладно, не знаю, что такое симуляция. Начнем обычную гонку. Так, ну, с Богом. Нормально так стартанул. Так, самое главное мне сейчас проверить, будем ли мы заезжать в боксы при 50% гонке. Что я делаю? Так, неплохо, неплохо. Они меня прям догоняют конкретно. Хэмилтон затылок дышит, сволочь. Позицию нельзя уступать. Ни в коем.
коем случае. Спойлер у меня на месте, все нормально. Куда ты лезешь, сволочь? Так, здесь аккуратно, сейчас будет пробовать обогнать. Там в драйвере было, помните, в первом? Отрывайся, мужик, отрывайся. Так и мы. Отрывайся, мужик. На последнем участке трассы он меня, конечно, прям догоняет капитально. Хотя вот сейчас я круг неплохо прошел. Очень неплохо. Травку чуть-чуть цепляем. Ну ладно, не страшно. Обогащенная, блядь. Мне вот интересно, на полгонки хватит топлива в баке или нет? Я так думаю, что да. Оператор же, если что, меня в боксы сам вызовет, правильно? Скажет, сука, заезжай давай, блядь.
Так, неплохо, неплохо. Чуть-чуть травки цепанул, ну бывает, бывает. Что-то Хэмилтон отстал прям. Отстали, ребятки, отстали, хорошо. Уже плюс 3 секунды. Придрочились мы болиду, короче. Типа авария была, да? Что, в пит-стоп меня вызвали, да? Зачем? Колесики поменять. Ноги заехали, посмотрите. Thank you.
Так, ну интересно, я восьмой. А стоило ли заезжать? Вопрос. Вот этого я не знаю, если честно. Хэмилтон сейчас оторвется, конкретное чувство. Да что ж такое, а? Хэмилтон пятый. Так, ну он за мной. За мной идет. То есть вот эти двое в боксы не поехали, что ли? Сейчас проверим, пойдут они в бокс или нет. Так, тот ушел. Соответственно, я второй сейчас иду, да? Вот этот какой-то строл, блядь. Первый. Прогулка первая идет, блин. Строл это ж прогулка по-английски. Я его резво так догоняю. Нормально так обогнал. Кругов позади, да? Так, а конца гонки пока и не видно.
Но оторвались мы очень неплохо. Плохо, что не выбывает никто из гонки. Обычно такие случайные аварии в прошлых сериях почаще были. Стал уже желтенький флаг. Так, ну что, больше 10 кругов еще. Вот это вот кататься туда-сюда. Знаете, ребята, я все-таки думаю, что следующую гонку я попробую сделать длину 25% и посмотрим насчет заездов в питлейн. Если они будут, то, в принципе, этого будет достаточно. Я считаю так. Так, и следующую гонку мы на уровень сложности 42 ставим. А то что-то мы оторвались капитально.
Так, наши красавчики где-то там. Вон кто-то, кстати, еще пит-стоп поехал. Надеюсь, меня сильно не накажут за этот срез. Такой жесткий. Рекорд круга поставили, между прочим. Красавчика мы на круг обгоняем, да, я так понял? Но он должен нас пропустить. У него голубой флаг должен быть. Синий, да. Пропустил, молодец. За позицию мы с ним не боремся. Что, ребятки, 10 кругов. 10 кругов осталось.
еще два болванчика, которых я на круг обхожу, надо их будет сейчас быстренько обойти. Главное не влететь в них. За малым в него не влетело. Уже которого мы на круг догоняем. Четвертый, по-моему, да? Да, четвертый. Сейчас дождик пойдет. О, Райканин. Райканин. Кими, по-моему, его зовут, да? Thank you.
Так, ну что? Что мы имеем? Четыре круга мы имеем, ребят. Еще кого-то догоняет он. А напарник мой на 20 секунд уже отстал. Не, уровень сложности по-любому поднимаем, ребят. То как-то печально все в плане конкуренции. Так, два круга. Два круга до завершения гонки. Надо как-то троих обогнать, с другой стороны, можно их и не обгонять, наверное. Потихонечку ехать, все равно первым и придем, последний круг. Слушайте, небо затянуло, обратите внимание. Thank you.
четко пропускают, конечно. Прям как ментов на дороге. Вообще четко пропускают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да что ж такое? Ничего страшного. Все, ребятки. Финиш. Так, 26 очков у нас, да? Штаб-квартира команды. Сейчас будем, короче, готовиться к следующему гран-при. Так, это было 42, да, давайте 44 попробуем. Вот, пожалуйста, симуляция. Кстати, давайте сейчас все-таки попробуем квалификацию тоже просимулировать и посмотрим, какие мы будем. Сразу выйдем на гонку. Я думаю, это будет оптимально. Камон. Тут. Так, средние. Ну
что вперед. Надо выступить хорошо. Так, чуть-чуть не вписались в поворот, но не страшно. Офигеть, тут ночью все проходит, да. Так, ну что, делаем ставки. Первый. Так, насколько отрыв? 1 секунда, ну нормально. Red Bull второй, кстати. Так, я думаю, на 2 очка повышать гонку или нет? Думаю, да. Раз такая пьянка пошла. Проверим на настройках 46.